ДТП на горной трассе Сочи произошло сегодня утром. Участники аварии отмечают, что дорога в это время превратилась в каток. Не спасла и зимняя резина. На трассе из-за высокой влажности воздуха образовался гололед. В результате на одном из поворотов сразу несколько машин не удержались на дороге и врезались в ограждение на обочине, а также друг в друга. По словам очевидцев, дорога не была обработана реагентами. Сведения о пострадавших уточняются. На место прибыли несколько экипажей ГИБДД.